привет, это у нас в Кабардинке. Приезжайте на Новый год, будем на лыжах кататься. Как вам погодка в Новороссии? Всем привет. Метет не по-детски, машины все в снегу. Собакины. Тут главное не навернуться, если честно, потому что очень скользко. Прям очень сильно скользко. Слушай, Аня, вот здесь снег, на снег. Иди давай, иди. Вообще все занеслось. Вы же хотели снег, собаки. Это смешно, мне это вот не очень. Мы видим. Очень очевидно. Пошли, Шань. Что-то я Геленджик не узнаю, друзья, реально. Вообще не узнать. Иди гуляй. Иди гуляй, Шань. Холодно совсем, прям руки мерзнут. Что-то... Не, я хочу лето. Вот честно. Ой, ты моя хорошая. Все, Юта, Шань на месте, мы дома. Кролик чувствует себя тоже отлично. В общем, сейчас покажу вам с улицы, с балкона, точнее сказать, как у нас вообще все дела происходят. Метет очень сильно. Сочувствую автомобилистам и таксистам, кто не успел переобуться на зимнюю резину. Реально, сегодняшнее утро ничего не предвещало, и я даже мог спокойно приехать на работу даже на велосипеде. Хорошо, что я этого не сделал, доехал на такси. Вот. Сейчас могу сказать, что по нашему термометру на улице плюс 4 градуса. То есть, ну, за ночь реально есть шансы, что будет заморозки и что все это сейчас замерзнет и будет гололед. Поэтому я не рекомендовал бы никому на завтра использовать автомобиль, кто не на зимней резине. Ну или хотя бы не на липучках. Так что вот, сейчас покажу вам. Я думаю, видно будет. Ну, снег, в общем, снег попадает на ладони, сразу тает. Вот. И, конечно же, мне вот в шоке, как это действительно внезапно. У нас стало